Наследование – это переход имущества, прав и связанных с ним обязанностей умершего лица к другим лицам, к наследникам. Право наследования включает в себя право гражданина передать свои имущественные права и обязанности наследникам, равно как и право наследника получить от наследодателя в наследство имущественные права и обязанности. Как вступить в права наследования имущества? Наследство принимается обычно путем подачи заявления нотариусу по месту последнего жительства умершего. Вот. Если наследство уже было открыто конкретно нотариусом, то нужно обращаться уже другим наследникам именно к этому нотариусу. Если наследство не было открыто, то в пределах места жительства, то есть в пределах одного города, можно обращаться в настоящее время к любому из нотариусов. Вот. Данное действие необходимо совершить в течение 6 месяцев после смерти умершего. Если в этот срок не будет обращения к нотариусу, то уже нотариус не сможет принять заявление и предложит вам обратиться с иском в суд. Нотариусу нужно идти с паспортом, со свидетельством о смерти и с документами, подтверждающими родство с умершим человеком. Ну и дальше уже нотариус, там, в зависимости от того, какое имущество, он выдает список документов, которые необходимо будет собрать. То есть там на квартиру, значит, документы на квартиру, на машину, соответственно, документы на машину и так далее. То есть важно, чтобы обратиться в течение 6 месяцев с заявлением о принятии наследства. Вот, донести недостающие документы можно даже и после истечения 6-месячного срока. Просто чем раньше вы эти документы пронесете, тем как бы быстрее вам будет выдано свидетельство о праве на наследство по закону. Но в любом случае это свидетельство будет выдаваться по истечении 6-месячного срока. Этот срок дан для того, чтобы все наследники могли обратиться. Бывает так, что по тем или иным причинам наследник не сумел в 6-месячный срок обратиться к нотариусу. Что ему нужно сделать, чтобы восстановить свои права? Закон позволяет данный срок восстановить. Вот. Но для этого нужны будут уважительные причины. То есть нужно доказать будет, что человек в это время не смог обратиться к нотариусу. То есть болел он, находился в беспомощном состоянии, либо находился в длительной командировке и так далее. Нужно подавать иск о восстановлении срока для принятия наследства. Но наследство может быть принято не только путем подачи заявления нотариуса, но и другим способом. То есть можно принять наследство и фактически, то есть вступить во владение и управление наследственным имуществом, взять вещи наследодателя, оплатить за него долги и так далее. То есть данные способы, они предусмотрены в статье 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации. Но если к нотариусу наследник не обратился, а фактически принял наследство, то нотариус в любом случае не выдаст вам свидетельство о праве на наследство. Нужно будет обращаться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства. Как быть, если долги умершего больше, чем стоимость имущества? Если были у наследодателя долги, то наследники наследуют и долги. Очень часто бывает, что наследуется квартира, но наследодатель еще не успел оплатить кредит за эту квартиру. Соответственно, наследники получают и имущество и должны будут пропорционально своим долям уже нести ответственность перед банками по погашению этой задолженности. Вот. Но если никак не договоритесь с банком, то банк обычно выходит с иском о взыскании с наследников вот сумму, которая остается заплатить. Здесь вот такое правило, что наследник отвечает в пределах стоимости наследственного имущества. То есть есть имущество, скажем, на 1 000 000 рублей, вот, больше с него не спросит никто. Можно ли отказаться от вступления в права наследства? Можно отказаться от наследства. Как я уже говорил, вот, возникают такие случаи порой, когда больше обязанностей, больше обязательств, чем стоимость имущества. И тогда смысла вступать в наследство нет. То есть можно просто вообще не обращаться с заявлением. И тогда уже утратится возможность в последующем обратиться с заявлением о принятии наследства. И никто к вам никаких претензий не предъявит. А уж если вы обратились к нотариусу, то потом можно будет отказаться от него.
также с помощью подачи заявления нотариуса. Можно отказаться и в чью-то пользу, например, в пользу других наследников. Можно конкретно указать, в пользу какого наследника, либо в пользу каких наследников. А можно просто отказаться от наследства. Если человек не оставил завещание, либо его признали недействительным, или наследники отказались от наследства, наступает наследование по закону. То есть к наследованию призываются лица, указанные в законе. В этом случае имущество в равных долях распределяется между наследниками в порядке очередности. Есть очередность, то есть есть наследники в первую очередь, это вот дети, родители, супруг, супруга. Вот, если есть эта очередь, то же, соответственно, другие наследники, там, братья и сестры, они уже не призываются к наследованию. Если нет наследников в первую очередь, дальше уже действует вторая очередь, это полнородные, неполнородные братья и сестры, бабушка, дедушка. Вот если нет второй очереди, уже дальше идет, то есть их у нас 8 очередей. Вот, то есть в любом случае имущество кому-то достанется, там и прадедушки, и прабабушки, даже и мачехи. Если нет никого вообще, тогда это имущество является выморочным, то есть бесхозным. И в этом случае уже территориальный орган Росимущества, он уже должен будет это имущество к себе на баланс поставить, ну и в последующем как бы распорядиться уже по своему усмотрению. Может ли наследодатель составить завещание на человека, который долгое время ухаживал за ним, помогал, но который не является родственником? Так, одинокие люди, либо даже и не одинокие, но просто родственники забыли про то, что есть этот человек. И очень часто оказываются вот рядом другие люди, которые способны помочь. Ну и возникает желание их как-то отблагодарить. Можно оформить завещание на конкретного человека. И тогда при наличии наследников по закону, как я уже говорил, их может быть много, там не только первая очередь и вторая очередь, там и последующие очереди. Вот если не будет завещания, то эти наследники получат наследство, даже несмотря на то, что они никакого участия в заботе об этом человеке не принимали. А если будет завещание, тогда все имущество будет делиться именно вот в пользу того лица, которому отписано завещание. Можно оформить по-другому, можно сделать договор ренты, что выплачивается определенная сумма, вот, или, например, что выплачивается сумма и оказывается какая-то помощь, там, убирает, там, ходит в магазин и так далее. Эти договора заключаются только у нотариуса. И в этом случае как бы уже никакого наследования на это имущество не может быть. Наследодатель может отписать свое состояние любому человеку, но все же свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле. Это значит, что если человек имеет право на обязательную долю наследственного имущества, то он наследует ее независимо от содержания завещания или наследственного договора. Обязательную долю в наследстве умершего получат несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители, нетрудоспособные иждивенцы. Можно ли оспорить завещание и как это сделать? Поскольку завещание является односторонней сделкой, то завещание в силу закона возможно оспорить. Вот. Но для этого должны быть определенные случаи. Как правило, самым распространенным случаем подачи вот исков о признании завещания недействительным является тот случай, что, по мнению вот этих родственников, которые были лишены возможности обратиться с заявлением о принятии наследства по закону, наследодатель был, скажем, страдал вот психическим заболеванием, там, не мог отдавать отчет своим действиям и ими руководить, либо, например, страдал алкоголизмом. Бывают и такие случаи. То есть можно обратиться с иском в суд о признании данного завещания недействительным, вот, ну и уже суд будет, как правило, назначает судебную посмертную экспертизу. Вот, эксперты уже, значит, по материалам дела должны будут дать ответ. Вот на день составления завещания мог ли этот человек отдавать отчет своим действиям, ими руководить. Как
Как бы детально закон не прописывал процедуру получения наследства, часто возникают споры и противоречия. Иногда добиться правды можно только в суде. Как пояснил Игорь Губинок, в практике юристов вопросы, связанные с получением наследства, встречаются часто. Для грамотного представления в суде своих интересов без помощи специалистов не обойтись. Обратиться за консультацией к Игорю Губинку можно с понедельника по четверг с 8 утра до 6 вечера, в пятницу до 17:00. Офис юриста находится по адресу улица Московская, дом 40А. Телефон 377-82.